175-летие Сбербанка отделение в Чувашии отметило в необычном формате. Об интересной интерактивной акции, которую Сбербанк провел совместно с национальным телевидением, в нашем следующем сюжете. Почему бы не подвести итоги юбилейного года в прямом эфире, выведя сигнал на канал YouTube с обязательным участием жителей и оперативными ответами на их вопросы, подумали сотрудники Сбербанка. Подумали и сделали. Для этого на портале Чебру в разделе «Банкинг» заранее создали специальную тему, чтобы люди смогли оставить там интересующие их вопросы. Технологическую платформу помогли сделать специалисты нашего телеканала. И вот он, час прямого эфира. Начали с ответов на уже оставленные на портале вопросы. По какому принципу открываются и закрываются дополнительные офисы, насколько активно Сбербанк работает с такой категорией клиентов, как пенсионеры, какие нововведения есть в сфере безопасности, почему плохо работают банкоматы и даже какова инвестиционная политика банка. Управляющий Юрий Бычковский обстоятельно отвечал на каждый вопрос. Журналисты, сидящие в зале, тоже были в тренде и сразу же отписывались в социальные сети. Я внимательно посмотрел те вопросы, которые задали на сайте наши клиенты. И я хочу сказать, что я очень-очень неравнодушен к каждому из вопросов, потому что я в каждом из вопросов клиентов вижу определенный подарок для меня. И я теперь понимаю, где нужно подкорректировать свою работу, что тревожит клиентов, в чем бы они хотели изменений для банка. И мне кажется, это очень важно. За этот год Сбербанк ввел немало новых услуг, видоизменил старые, оставив главное в 175-летней истории – уважение к своим клиентам.